Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пули, и в обычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаю спокойным, охромили меня и согнули, к пьедесталу прибив Ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента Ахиллесову эту пяту и железные ребра каркаса, мертво схвачены слоем цемента. Только, судороги, по хребту я хвалился косою саженью, нате смерти, я не знал, что подвергнусь суженью после смерти, но в привычные рамки я всажен, нас порвбили, а косую неровную сажень распрямили. Эти кадры были сделаны 25 июля 1981 года в Москве на Ваганьковском кладбище операторами одной из зарубежных телекомпаний.